Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. День знаний на Патриаршей площади. Уже в это воскресенье в Вишкрале пройдет новый городской праздник с символичным названием «Первоклассно». Конкурсы, мастер-классы, библиотека под открытым небом и, конечно, большой концерт. Отметить 1 сентября нынче можно всей семьей. Линейка, знакомство с одноклассниками, школьный концерт. Сценарий 1 сентября у каждого учебного заведения, как правило, свой, но всегда очень похожий. В этом году впервые в Вишкар-Оле День знаний пройдет в новом формате. Он станет общим праздником для всех жителей и гостей столицы. Впервые по инициативе нашего главы республики Леонида Игоревича Маркелова будем проводить большой праздник «День знаний» в нашей республике. 1 сентября – это всегда особенный праздник, потому что всегда настроение особое, потому что соскучились друг по другу. Летом, целое лето были отдельно. Собираются группы, собираются классы. И, как правило, всегда рады очень видеть друг друга. Я думаю, праздник будет очень хороший. К празднику знаний организаторы телерадиокомплекс на Патриаршей, Министерство образования и науки республики совместно с бизнес-партнерами подошли содержательно и с выдумкой. Грохотина Какашева за здоровое питание. Правильное питание – это залог хороших отметок. И 1 сентября мы приготовили огромное количество веселых конкурсов, как спортивных конкурсов, так и конкурсов на силу, выносливость, ловкость, на ум, знание логики и счета. На нашей площадке будет достаточно весело и, конечно, вкусно. Начало в 12 часов. В это время на Патриаршей площади откроются сразу несколько тематических площадок, на которых для всех желающих будут организованы мастер-классы, конкурсы и игровые программы. 1 сентября на Патриаршей площади ГИБДД будут проводить мероприятия для детей, конкурс рисунков, викторины по правилам дорожного движения, для того, чтобы еще раз привлечь внимание наших юных участников к правилам дорожного движения, к тому, что начинается учебный год, чтобы были внимательны на дороге. Поэтому всех желающих приглашаем. Все дети получат подарки, призы и массу хороших впечатлений. Для активных ребят и их родителей будут организованы и спортивные мастер-классы. Танцы, вальс, ча-ча-ча, джайв, а также перетягивание каната, аэробика, прыжки на скакалках. Посмотреть на профессионалов, а также блеснуть мастерством будет возможность у всех здесь присутствующих. Также установят батут и пейнтбольный тир. 1 сентября на Патриаршей площади у нас будет установлено специальное укрытие для того, чтобы организовать игру «Лазертаг» или «Лазерный пейнтбол». Это игра для детей от 7 лет и до бесконечности. В нее могут играть взрослые, дети и взрослые, и дети вместе. 1 сентября на Патриаршей площади под открытым небом будет работать библиотека. Принцип ее очень прост. Любой желающий приносит книгу и меняет ее на ту, которую еще не читал. А самых маленьких жителей нашего города на празднике, посвященному Дню знаний, ждут концертная программа, цирковые номера, различные аттракционы и шоу сумасшедшего профессора Николя, который покажет детям химические опыты. Продлится праздник до 9 часов вечера. Завершится он совместным запуском небесных фонариков, которые, возможно, станут символом дружбы всех школ и вузов республики, тех, кто учит и учится. Афишу праздника можно также найти на официальном сайте ТВ и радио на Патриаршей. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.